зовут Андрей Миронов. И сейчас мы устроим эксперимент. Дело в том, что я нашел в интернете информацию о том, что таблетки MPG Cup экономят от 15 до 30% топлива. Конечно же, я, как и многие из вас, не верю всему тому, что вижу, слышу и читаю в интернете. Но я подумал, что эту информацию совершенно нетрудно проверить. Я купил одну капсулу, одну таблетку MPG Cup по розничной стоимости 100 рублей. И сегодня устраиваю простое испытание, вторую его часть. Вначале я взял 3-литровую банку бензина. Вот такую же точно, как стоит вот там. Поставил ее, подключил ее к двигателю. Принял на борт 3 человек, со мной вместе 4. Общий вес получился 350 килограмм. Штатная загрузка для мотолодки 400 килограмм. И проехал на этом количестве топлива, а именно на 3 литрах. Путь составил 4,8 километра против течения по реке Волхов. Мы находимся в городе Великий Новгород. Это река Волхов. И сегодня мы начали вторую часть испытаний. После того, когда произошла обработка камеры, обработчиком сгорания, MPG Cup, то есть было сожжено 4 канистры с топливом, содержащим добавку, одна таблетка, одна капсула, одна таблетка разделяется на 4 части, она годится для обработки 80 литров, что и проделано, что и произошло. Сегодня мы увидим, на что годится эта новая технология, насколько она экономит, и подсчитаем в точности, сколько процентов экономия получилась. То, что будет экономия, я уже точно знаю. И в процессе того, когда было сожжено 4 бака топлива, мотолодка вначале вела себя как обычно. Первые 2 канистры не дали никаких видимых изменений. Но когда сгорала 3-я канистра, а именно 50 литров топлива уже в этот момент, мотолодка начала решительно прибавлять скорости. И по замерам, буквально на глазах, ее скорость увеличилась на 27%. Вообще этот мотор финский, производство компании Терхи, 23 лошадиные силы. Моторчик старенький, достаточно сказать, что такие моторы уже 20 лет как в Финляндии не выпускаются. Но тем не менее мотор очень культурный, мне нравится, интеллигентный, тихо работает. Единственное, что когда я его купил, уже была компрессия в нем. В нижнем цилиндре 7,5 атмосферы, в верхнем цилиндре 8. То есть двигатель был уже на пределе своего износа. После того, когда в нем сгорело 80 литров топлива, удивительно, и это вовсе не обещается разработчиками этого средства, этой технологии MPG, компрессия в обоих цилиндрах на сегодня 9,9. Когда я схватился за эту добавку, у меня была такая надежда, что этот старенький моторчик оживет. И, собственно, так оно и получилось. Кроме того, мы сегодня еще сможем увидеть, насколько он стал более экономичным. Такая простая проверка, и сегодня все узнаем. В наших испытаниях принимает участие Андрей Витальевич Трубачев. Он на протяжении 15 лет возглавлял клуб картингистов, и этот человек великолепно понимает в двухтактной технике и является экспертом, конечно же, по вопросам автомототехники любой. И другие наши гости, Татьяна Юрьевна Миронова, моя жена,
охотно составила компанию и согласилась принять участие в этих испытаниях. Сейчас мотолодка идет по реке Волхов. Мы стартовали от лодочной станции «Водник» и двигаемся по Волхову. Будем двигаться в течение 5 километров. Андрей, сколько там минут? То, что стало видно еще после, на протяжении вот того, когда я сжигал 4 канистры бензина, двигатель стал работать намного тише и ровнее. Он очень ровно сейчас держит любые обороты. Холостого хода, самые малые. И хотя он двухтактный двигатель, он вполне может двигаться на очень маленькой скорости, порядка 3-4 км в час на протяжении длительного времени. Вот, нагар на свечах отсутствует, нагар в камерах сгорания, можно сказать, что отсутствует. То есть я выкручивал свечи, заглядывал внутрь, и это было видно по нему, что камеры сгорания очень чистые. Ну что ж, двигаемся по реке Волхов. Справа от нас Новгородский Кремль, колокольня. Продолжаем движение. Я надеюсь, сзади видно канистру, то есть сзади видно 3-литровую банку. Топлива уже осталось около 2 литров. Мы в пути 7.